Здравствуйте, это канал Максимадзе, и сегодня у нас понедельник, и сегодня у нас игрушка GTA San Andreas. Но не так, как мы играли в прошлый раз, мы начинаем проходить все с самого начала, потому что я не был доволен. Я недоволен так, как тем, как я записал первые 6 серий по этой игре. Во-первых, меня плохо слышно, во-вторых, я ни хрена не вникал в сюжет. И... мало что там понимал и так далее. Сейчас я полностью вник в сюжет, полностью разобрался в сюжете, полюбил эту игру уже так же, как GTA 4, наверное. И прохожу ее на телефоне все время, когда ездю куда-то. Я сейчас мало куда на самом деле ездю. И да, там уже довольно много прошел, там почти дошел до того места, где должен открыться город Лас-Вентурас. Ладно, начинаем все заново проходить. Здесь меня будет лучше слышно, потому что я звук убавил. И надеюсь, меня будет реально хорошо слышно. Ладно, начинаем новую игру. Международный аэропорт Liberty City. После 5 лет, проведенных на восточном побережье, настало пора вернуться домой. Как оно? Карл, это Свит. В чем дело? Чего надо? Мама, она умерла, брат. Это его воспоминания. Пассажир, выйди с поднятыми руками. Стоп, на колени. А теперь на живот. Вот так. Пусть полежит меня. Это же мои бумажки, мои деньги. Это грязные деньги. Мои деньги. Да не беспокойся, протокол оформим. Добро пожаловать домой, Карл. Ты рад возвращению? Ты не забыл нас, малыш, а? Конечно, нет, офицер Тенпенни. Я как раз удивлялся, где вы были. Садись в машину. Успокойся, ты, парень. Голову береги. Чего ты стоишь? Вали отсюда, козел. Мексиканский дебил. Ой, простите меня. Моя сумка, там моя сумка. Ненавижу этих полицейских. Как дела, Карл? Как твоя замечательная семья? Я приехал похоронить мать, ты знаешь об этом? Ну да. Так. Где ты еще засветился? Да нигде, я живу в Liberty City, я чист, все по закону. Да нет, чистеньким ты не был никогда. Что у нас здесь? Это оружие, офицер Пласки, из которого был застрелен полицейский офицер менее 10 минут назад. Офицер Пендлберри, хороший человек, стоит заметить. Ты быстро работаешь, Черномазый. Вы знаете, что я только что с самолета. Нам удалось тебя найти и изъять оружие. Да это не моя. Давай, не ври, Карл. Не гони ему, что попало, Карл. Когда ты нам понадобишься, мы тебя, короче, найдем. Постарайся больше не стрелять по офицерам полиции. Вы не можете меня здесь бросить, это территория Балласов. А ты вроде говорил, что ты чист. Что не имеешь дела с бандитами? Увидимся с тобой. Офицер Пендлберри ранен, мы сейчас приедем. Черт, я снова здесь. Худшее место в мире, самый центр района Баллас. Уже 5 лет я не выступал от имени Гроув Стрит. Но ублюдкам из Баллас достанется еще, я надеюсь. Все же некоторые деньги у меня остались.
350 долларов. Да. Чё этим полицейским надо от меня? Я чё-то ни хрена, блин, не понял. Просто взяли, схватили. Я потерял чемодан. Много денег потерял, блин. Ну вот этот вот... Вот это вот... ой, балласы, надо проехать мимо них побыстрее. Но они пока... Балласы пока не поняли, из какой я банды. Гроу-стрит, вот и дом. По крайней мере, так было, пока я не облажался по полной программе. Эти три полицейских, это из подразделения Краш. Джимми Эрнандес, Энди Пласки и Фрэнк Тенпенни, которые вообще должны снижать уровень преступности в городе. А Тенпенни хочет управлять преступным миром, а не бороться с ним. Ну, короче, об этом потом поговорим. Сейчас давайте зайдем в свой дом. Ливень идет у меня там за окном, конечно. Эй, хорош, что вас устроил? Карл, Брайан, остановитесь. Перестань, мамуля услышит. Мамуля, они что-то затевают. Ты выбрал не тот дом, козел! Эй, Биг Смоук, это я, Карл! Тише, 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 остынь! Си-Джей? О, братан, как жизнь! Эй, чувак, ты как, сам в порядке? Нет, парень, моя мама. Эй, я не знаю, почему так получилось, но я тебе обещаю, что найду, кто убил твою мать. На улицах сейчас небезопасно, брат. Как сказано в книге, мы благословенны и прокляты. Какой нафиг книга еще? Она заставляет нас смеяться и лить слезы. Но сейчас надо заняться своими делами. Отправляйся на встречу с братом на кладбище. Давай, поехали. Хочешь за руль? Да, конечно. Прикольная тачка, Смок. Ну ты знаешь меня, я люблю такие тачки. Да, тут убогий перевод, конечно. Я скучал по тебе все эти 5 лет. Я надеюсь, что и они будут рады тебя видеть. Эй, вы чем тут занимаетесь? Смотри, кто здесь появился. Карл, рада тебя видеть. Не могу поверить, что его больше нет. Это еще одни похороны, которые ты, дебил, пропустил. Как и похороны Брайана. Она была и моей мамой, только не последние 5 лет, братан. Ты куда собралась, а? Да пошел ты, я иду к Цезарю. Да он из вражеской банды. Я люблю его. По крайней мере, у меня принципы на это. Карл, скажи ему, не говори ничего. Да как ты можешь говорить такое, а? Да пошел ты нафиг, Свит. Да все дела в жопу, просто все. О чем ты говоришь? А что, кроме смерти твоей матери, тебе что-то непонятно, дела идут фигово. Вот, Тони здесь похоронен. Маленький дело он там, а большое дело он там. Это просто офигеть. Сначала палят по пацанам, а потом начинают говорить. Балласы палят из машины. Ах, моя тачка. Мы возвращаемся в район. Давай, на байк и жми. Все за мной.
Сдаешь старые времена, Си-Джей. Тут все по-другому теперь. Смотри по сторонам, чувак. Как же до этого докатилось? Я думал, это территория наших семей. Да, это территория семьи Temple Drive, но мы больше не друзья. Ух, ненавижу вот это вот вообще. Главное, чтобы эта машина нас не догнала. То они почему-то... Да еб... Садись на велик, куда ты? Я что-то... Что-то я, походу, вообще плохо эту миссию прохожу. Как так вообще можно? О, врезались куда-то. Блин, тачка баллосов за нами едет, разделяемся. Не отставай, дебил. Keep up, motherfucker. Обожаю Райдера. За прикольный голос и акцент его. Нам из нас... Да ё-моё, а. Ну что это такое? Вот никто так не проигрывает. Один я, что ли, такой? Неудачник. Я первый раз, когда проходил так, не лажал. Я что-то не помню, как ускоряться тут еще. Он как-то там приподнимается и крутит педали быстрее. Ты зачем вернуться, интересно, решил, а? Прям с корабля на бал, да? Все настолько было фигово, когда ты уезжал. Ты на восточном побережье совсем оттащал что-то. Так, я сейчас их, короче... Немного вот так вот пусть застрянут немного, а то отстреляют меня. Я помню, стрим по этой игре делал, и меня на первой миссии замочили. Я уже с ними разобрался. Кто тут настоящий гангстер? Райдер. Когда ты уезжаешь, Карл? Я не знаю, я думал, может лучше вообще остаться. Дела у вас тут фиговые. Нам нужна твоя помощь. Да. Я тебя не подведу, клянусь. Мы с братанами собираемся заказать немного травки погудеть. У меня куча дел, я хочу отдохнуть. Увидимся позже. Йоу, просто заходи, мы тут тусуемся. Да, и нормальный стайл себе возьми. Прическу себе нормальную сделай. А то позорно все выглядит. Это дом Си-Джея, можно сохранить там игру. Можно сохранить транспортное средство, припарковав его в гараже. На велосипеде я точно больше ездить не собираюсь. Да, для сохранения к иконке с дискетой надо подойти. Вот в мобильной версии игры у меня на телефоне есть. Так, вот здесь сохранимся, где я как раз таки. Давайте еще раз сохранимся, я не хочу ночью возиться. И еще раз давайте. Мне не хочется совсем ночью все это делать. Здесь можно. Здесь еще есть второй этаж, на котором можно найти фотоаппарат. Чуть позже можно будет здесь найти баллончик. Давайте к своему корешу зайдем.
Думал, надо объяснить, какую фигню. Свит, что такое? Тут как все поменялось с тех пор, как ты уехал. Семьи Гроу Стрит больше не любят, не рулят по-крупному. Семьи с бульвара Севиль, Темпл Драйв от нас отодвинулись. Мы сейчас заняты разборками. Баллас и Вагас победили, так что будь осторожен. Спасибо за предупреждение. Не стоит благодарности, блин. Свит держит обиду на СиДжея за то, что якобы он сбежал от семьи в Ливерти-Сити. Да и Райдер тоже, походу. Давайте заскочим к нему. Чего хотел-то? Навещаю братана. Что не так? Да, я очень рад, что ты вернулся. Что, даже не обнимешь меня? О, да, конечно. Виноват. Так чего хотел-то? Я вижу, ты расстроен. Какие-то чуваки из пиццерии все время бесят и бычат на Гроу Стрит. Ты поможешь? Конечно. Пошли. Покажи, как остаются на восточном побережье. А, обожаю вот его реально акцент. Let's go, bitch. А старик Крис по-прежнему парикмахерской работы? Да, я тебе не советую с ним встречаться, я не позволяю ему больше прикасаться к моей голове. Я все равно постригусь. Ну, как знаешь, у тебя на 5 минут на все. Я бы тебя как диджей бы подстриг. Когда уезжаешь? Нет, я думаю остаться. А чё так? Тут моя семья, друзья. Мы всегда тут были, дебил. Я знаю. Не рассчитывай только, что я буду целовать твою жопу. Для меня ты все равно будешь предателем. И на том спасибо. Не напоминай больше мне об этом. Да, тут полная кастомизация персонажа уже. Да, вот в мобильной версии и в консольной версии уже было видно по иконке какая-то будет прическа, здесь не видно. Вот это. Ну, сойдет, пусть будет это. Мне нравится такая. Черт, я же говорил, что он дебил. Такая тупая стрижка. А это что за жалкая фигня? Ты тощий какой-то, СиДжей. Зайди, перекуси туда. А потом я займусь то, чем хотел. Я не могу жиртресом стать быстро, потому что если много-много-много есть, его, короче, стошнит. Гони бабки, это ограбление. Райдер, только не я, да. Эй, это не я. Таких крапуза больше не сыскать. Мне очень твоего папочку жалко. Ты чё, спятил? Ну-ка, валим отсюда. Вот он, старина СиДжей. Предатель. Вот, чёрт, сваливаем. У него оружие, валим. Отвези нас на Гроу Стрит обратно. Да пошел ты нахрен.
Мне вот жаль, что в GTA San Andreas нельзя на такси ездить. Все время придется ехать куда-то далеко на машинах. GTA 4 может было уже. Лучше найти и тебе повидаться со Свитом. Он что-то говорил там насчет гравити. Увидимся, чувак. Давай, давай, жердяй, посмотри на себя. Будь осторожней. О, наш бегун вернулся. Ты решил вернуться в дело? Я же тебе уже говорил. Да тут твое слово еще ни хрена не значит. Да не наседай ты на него. Надо двигать, короче, на район. Здоровайся. Братья Джонсоны снова в строю, да? Вот, возьми. Делай все как надо. Сначала начни свою тему. Мы потом разделимся, отобьем свой район. Ты уже размялся. Давай дальше играть. Посмотрим, что ты можешь, жертвец. Эй, погоди. Думал, ты с братом потусишь? Полегче, мелкий. Мне так тяжело пришлось. Хочешь за руль? Давай. Садитесь в машину, красавчика. Да, убогие. Перевели, конечно. Почему Big Smoke как паровоз? Какой нахрен паровоз? Свит. Ну, Свит, да, это тоже кличка. На самом-то деле его зовут Шон Джонсон. На шухере. Я прикрашу. В районе осталось еще два граффити. Баллас. Я буду глушить мотор, а ты все закрась. Отлично. Где? Там, там же еще. Отлично, их всего 100, что ли? Ну, садись давай за руль. Быстрее уже. Пошли в задницу, балласы. Отстаньте от меня. Так, куда... Куда нам дальше? Хысь! Господи ты, боже мой, я... Испугался аж. Ты закончишь здесь, двигай на другой район. Фиолетовым это члены банды Баллас, они твои враги. Да, я знаю, они будут по мне все время стрелять. Если у них есть оружие, а у них почти всегда есть оружие. Чё это еще за козел? Идите нафиг от меня, блин. Да, перелазим через эти ограждения. Залезаем на крышу, там что-то еще есть. Вот он. А все, полицейские от меня отстали быстро очень. Давай, быстрее садись. Давай-ка обратно на район.
Так. Хорошенько порезвились сегодня. Все равно, что на велике, да? Я припоминаю. Как у тебя дела с баблом? Бабла у меня сейчас не густо. В краж все бабло отобрали. Чуть-чуть мелочевка осталась. Пивасика вот, возьми себе еще что. Теперь баллончики с краской можно брать дома. Окей, окей, окей. Давайте выполним еще одно задание и хватит на сегодня. Слышь, что все четко. Все давно уже на районе кладет, меня нет. Только и делают, что толкают дурь. И это разваливает нашу банду. Как оно, СиДжей? Все, что им надо, это дурь и деньги. Ты прешь против ветра. Эти лохи не солдаты, это идиоты, которые пытаются нас отравить. СиДжей, научи дурил жизнь. Баллы сосадят на наших наркоту, на давинами. Надо нам снова собрать всех наших, как былые деньки. Да, ты прав, вы с Райдером этим займетесь. Слушай. Да не будь ты наивным. Надо все держать ухо востро. Бидапа не видел, мы одни не справимся. Нет, кроме него и кореша нашего медведя. Большого медведя на нашей стране. Большой медведь? Ну тогда точно кранты им. Значит, в районе бардак? Да? Да. А ты кого-нибудь попробуй запрячь. Неудивительно, что всеми пофигу. Ну кроме... Свита и Пиксмоук. Вот этим торговцам надо врезать как следует. Они продают наркоту членам нашей банды, я с этого не слышу. Помедленнее, чувак. Это здесь? Угу. Открывай. Там еще кто-нибудь живет? Конечно. Открывай. Что это за... СиДжей, какого фига тебе надо? Иди нафиг отсюда. Точно. А как же братья навеки, а? Самое главное, кто круче. Я никогда не понять, что значит вышибал бабло. Знаешь что, уважаемый, вали нафиг отсюда. Большой медведь, тащи сюда. Ты на районе там или как, а? Нет, медведь заботит только шпили поддержание моего дома. Так ведь, да? Да. Все. Теперь иди и сделай так, чтобы все было нормально. Да забейся, Джей. Никогда не прочь повеселиться. Еще увидимся. Блин, нафиг уже отсюда. Бардак. Теперь ясно, о чем ты говорил. Если Крэг может превратить нашего большого медведя в раба, можно сделать обычного. У нас в городе на каждом углу любители такого. Ладно, разберемся с этими гадами. Смотри-ка, паривают дурь нашим пацанам. А биту мне дадут? Я тут работаю, что тебе надо-то? Видишь, как я драться могу. Блин, я знаю эту скотину. Он рот раньше тусил со старшими Баллос из Айлвуда. Его хата прям тут. Нанесем визит вежливости. Это разве не территория Баллоса? Ты чё, очкуешь, что ли? Да, нет. Возьми себе вот эту биту. Она тебе поможет.
Дело пахнет керосином, конечно. Да не ссы ты. Ебалосы трусливые котята. О, да, героины ухадут. Чувствуешь за километр, да? Сейчас мы их там завалим, да? Тук-тук-тук, кто в теремочке живет? Парни с улицы Гров пришли навести порядок. Так, ты этих отбивай. А, нет. Ладно, я двоих забрал. Блин, вот врезаешься во что-нибудь мелкое и застрянешь. Блин, вот я боюсь еще. Знаете-ка что, подходите сюда. Блин, тут можно из своего ударить случайно, это... Блин. Какой-то он вообще сильный, я вам хочу сказать. Мускулистый мужик, блин. Избил меня до смерти почти. Я просто еще боялся, что я могу убить райдера. Тут же и своих можно убить. Отравить баллончиком можно. Да. Вот это я понимаю. Тема главное, чтобы морду не прилетела. Надеюсь, нашим пацанам на пользу пойдет. Теперь Гроу встанет на ноги. Бывает чё. Ладно, на этом стоит закончить. Сохранимся, здоровье себе пополним. Биг Смоук, он наркотики продавать, походу, хочет. Чтобы не деньги иметь, а свит отказывается. Ладно, на этом закончим. Всем спасибо за просмотр. С вас лайкос, подписывайтесь на меня, эпичные видосы. Подписывайтесь на мой запасной канал и группу ВКонтакте. Всем пока.